Дорогие друзья, всем привет! Мы сегодня с вами приехали в Дубай Молл. Это самый большой торговый центр в мире. И я хочу вам про него немножечко сегодня рассказать. Мы тут впервые. Я не знаю, говорят, что чтобы его обойти, нужно 2,5 недели. Вот нас высадили у выхода, где паркуется такси, и сразу приходит огромный магазин Тимберленда, прям просто огромнейший магазин косметики, Шанель, Диор. Как раз все магазины, которые санкционные в России. Но я хочу, кроме косметики, Диора и Шанель, в принципе, я бы хотела еще очень много чего посмотреть. Огромная линейка Диор, Backstage. Именно то, что я люблю. Вот мне классный магазин, потому что здесь есть спортивная одежда для полных. Видите, какая прелесть. Третья Ray-Ban новиночка. Какие красивые. Очень красивые очки. Обалденные. Более широкая стенка. Вот. Это вот такие очки сейчас не привозят в Москву. И не знаю, когда привезут. А это я. Это магазин Nike. Очень огромный. Вот магазин Nike, очень большой, огромный просто. Не поняла я эти кроссовки, честно говоря. Они стоят где-то $250. Columbia, Nine West. Похоже очень на Вегас, который торговый центр. Видите, каток есть. Какая красота, магазин Фила. Вот у нас такой красоты, кстати, нет, правда? Очень красиво. Ой, вообще. Хорошенькие. Сколько стоит, интересно? Сейчас найдем. Вот, 430, ну примерно $130. Нормально. Смотри, какие красивые. Прикольные. МММ-сики. Слушайте, а это удивительный магазин Adidas, где вам могут наклеить, разукрасить кроссовки. Вот так. Вот, посмотрите. Обалдеть. Сделать вот такую футболку, например. Представляете? Я в шоке. Прикольная идея. Какие красавчики. Интересно. Интересно. Очень интересно. Ой, какой магазин. Это Adidas? Adidas. Ой, какой красивый Adidas. Очень красивый. Это магазин Jordan и кроссовки 91 год, 97, 2003. Видите, как они менялись по годам. Какие-то из них они вообще покрасили. Вот 89 год, и сейчас они вернулись популярные, да? Кроссовки Jordan. А так в целом ничего особенного. На мой взгляд. Не знаю. Я такое не одену. Тут куча людей толпится. Знаменитый фонтан. Вот этих человеков. Я не знаю,
Что это обозначает, этот фонтан? То есть все падают вниз? Он же... Джордан вниз. Он сейчас долетит вниз и полетит наверх. Сколько это? Две стоят вот это? Девочки, это оригинальная сумка Gucci. А, не, ну она красивая. А моя вот. Подожди. Зачем ты мне деньги туда засунул? Моя вот. Вот. Моя вот это. Вот это вот. Так, вот это $100 стоит. А это сколько ты сказала? $2000. 1900. А девочки, я в шоке вообще. $100. И та такая же. Ну, немножко кожа блестит по-другому. $2000. Шок. Так она новая, ее натерли. Да. Купить я пока не могу, просто сфоткаю, девочки. Обувь по 5000 евро. Пока что только фоткаем. Купить это очень дорого. Ну, вот вам. С высоты все вот в символике мусульманской, луна, звезды, чтобы гости не забывали. Ну сейчас еще Рамадан, я думаю, из-за этого наряжено все так красиво, очень красиво, очень красиво. Мы ищем еду. Вот так. Как они обозначают еду? Дим тут написано. Вот. Дим, пожрать. Покажи. Вот так они обозначают еду. Видите, крышечка. Как в отеле. Ой, пимка, какие платья красивые. Боже мой, мне сейчас будет инфаркт. Все красиво, девочки, но цены не подступиться вообще. Цены вообще очень сложно. Ну, если бы я был похудее, я бы это, ты отвлекла, а я бы сбежал. Ну, я думаю, просто меня на первом же входе догонят. Ну, как красота. Ой, я только посмотрю, сколько оно стоит. Я только посмотрю, сколько оно стоит. Девочки, вот это... Ой, я хочу это платье. Я хочу это платье. Девочки, прям мое. Или как будто с базару. Не знаю. Посмотрим, сколько оно стоит. Возможно, 710? Нет, невозможно. Я не знаю. Сейчас мы узнаем. Очень красиво. Я, вот, к сожалению, даже не могу передать вот красоту полноценно. Очень красиво, ребят. Полноценно не могу передать, насколько чистый кристальный аквариум. Какая красота. Сейчас попробую так. Это все вот аквариум в этом торговом центре огромном. Видите? Мы покушаем. Это безумно крутой ресторан индийский. Ой, а вот смотри, какая красота. Вау. Люстры какие вообще. Короче, посмотрите, как они работают, какие блюда, сколько людей. Они прям каждую секунду что-то готовят. Безумно красиво. Сейчас мы будем... В общем, нам сказали ждать 15 минут. Мы можем пока походить, погулять. Но нам дали такую штучку, она зазвенит, когда наша очередь придет. Поэтому мы спокойно отошли в магазин Guess. Девочки, я, кажется, просто вот так пальцем тыкну и закажу. И посмотрим, что нам принесут. Сэндвичи. Я не хочу, это салаты. Нет, я понимаю, что тут написано авокадо, помидоры, grilled corn. Что это? Зеленая кукуруза. Черные бинс. Бинс это что? Кьюкамбер, огурцы. Что-то там еще. Eggs and омлет, омлеты, Sunday breakfast. Чизкейк, десерт, чизкейк. Так, возвращаемся. Мы хотим салат и пасту. Но глаза разбегаются, очень большое меню. Просто невероятно огромное.
Ну что ты будешь? Я бургер. Девочки, ну вот нам принесли. Это салат. Я даже не могу объяснить, какой он большой. Он очень большой. Он занимает пол стола. Ты хочешь хлеб? Yes. It was very tasty. Огромная тарелка. Ну, надо мой хлеб забирать. Я люблю хлеб. Очень большой. Быстро говорю. Пюре обалденное. Грибы обалденные. Ой, грибы вкусные, да? Да. Спаржа. Обалденная. И курица. Пробую курицу. Сейчас, зай, секунду. Очень вкусно, пока. Ну вот мы поели, у нас получилось 240 дирхамов. Вот так они выглядят. За вот этот огромный салат, большой стакан кока-колы, где полстакана льда, и пюре с курицей. Курица обалденная, с пюре была обалденная. Салат мне не очень понравился. Возможно, потому что мы уже наелись. Все, мы очень устали, все закрывается уже. Ну, мы смогли купить H&M, но мы купили... В среднем тут одно платье стоит 500-600 долларов, а мы на 600 долларов взяли. Все, мы идем домой. Все закрылось. Мы ходили 4 часа. Мы устали. В среднем платье стоит 600-700 долларов, а мы на 600 долларов взяли венику, красивый костюм Давиду, две пары брюк, рубашку льняную Варди, куртку, джинсы, лифчики. И я себе взяла два потрясающих костюма брючных. И все это на 600 долларов, и все это в H&M. С каждым разговором все меньше и меньше. Сил. Вообще-то это косарь там был. Мы на 2000 дирхамов взяли. Это где-то 600 долларов. Вот у тебя чеки, да. Посмотрим, какие 2000. 2000. Ну вот, 1500 и 300. Ровно я сказала. Но извините, тут одно платье столько стоит, так что... Наш любимый H&M. Ну вот мы выходим в эту красоту вечернюю. Спасибо. Мол Дубай. Всем доброй ночи. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал.